5 декабря 2022 года около 7 часов 30 минут на 11 километре 500 метров автодороги Холмогоровка-Коврова Зеленоградского района. 65-летний водитель, управляя автомобилем марки Renault, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автомобилю марки BMW под управлением 43-летнего водителя, двигающимся со стороны поселка Холмогоровка в направлении города Зеленоградска по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля марки Renault госпитализирован, и 50-летний пассажир получил телесные повреждения. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких.